Итак, я пришел на выставку автомобилей, и тут есть очень странное авто, которое я хочу посмотреть. К примеру, вот это. Зацените. Я думал, что это за военное авто, а это оказалось Volvo C304. Это Volvo. Крутая. Да, крутая. У меня была 240-я Volvo, нравилась она мне очень. Но вот это вообще круть. Она как будка. Да, квадратная очень. Вещь. А ну-ка дай-ка мне камеру, сейчас внутри покажем. Эти переключатели офигенно смотрятся. Леворульная. Четырехстопная механика. Зашибись. Мне нравится, и монитор есть. Круто. Мне зашла. Ведь так? И шесть колес. Она шестиколесная. Шесть колес и одна запаска. Не, ну это как военная машина. Круто. Нет слов. Но здесь есть УАЗ. Российский автомобиль. Вы знаете его. Он очень знаменитый в Японии стал. Первый раз его вижу в таком оранжевом цвете. Ну да, точно. Обычно вот такой вот. Зеленый, как на картинке. И вот эти круглые фары, они такие милые. Я похож на нашего японского чебурашку Гачапина. А, и тут вот цена есть. Всего лишь 4 миллиона 150 тысяч йен. Дешево, блин. Внутри посмотреть. Откроется, интересно? Да, тут все спартански, как настоящий автомобиль. Есть руль. А, и вот такой цвет есть, да. Да, экстерьер в таком стиле. Вот такой вот, простой. Четко. А здесь, интересно, увидим чего-нибудь? А, точно, тут вроде как с задних дверей нужно залетать. Задок выглядит вот так вот. А, точно, здесь же. Вот здесь. Давай-ка откроем. А, суки, закрыто. Вот, посмотрите, как-то так. Сиденья направлены вовнутрь. Сидишь вовнутрь, как бы. Вам видно? Это был УАЗ. И еще у нас есть десерт. Вот она, ласточка. Я раньше ее всегда хотел, но денег не хватало. У нее такая крутая и милая форма одновременно. А ну-ка, погоди, закрыто. Замуровали, блядь. Лада Нива. Легенда. Вид у нее крутой, да? Милый. Ну, как вы знаете, это тоже российское авто. Тут есть подножка. Четырехвидовая. А есть еще, кстати, удлиненная версия ее. Да, какие редкие машины. Лада Нива и Volvo тоже. Крутая машина. И машины. И у вас мне тоже зашел. Я иногда его вижу где-нибудь на шашлыках. На рыбалке. Ну, чисто такая мужская машина. Крутая тачка. Слышал от мужиков. На ютубе есть, кстати, ролики еще. Это где-то в префектуре Аичи. А я был там, кстати. В общем, там... Это, наверное, новые машины там продают. Я на ютубе видел тоже. Я так перевозбудился, когда увидел это видео. Мне так понравилось. И вообще, я хочу теперь снимать про машины. Ну, и про машины тоже я имею в виду.
Так что вы мне пишите, говорите, где вы видели какие-то странные автомобили. Я сразу приеду, сниму, все будет четко, в лучшем виде. И, кстати, я уже хотел снять Ладу Ниву и купить ее, но она мне не подходит. Места мало мои вещи запихнуть туда, ну я так подумал. Вы уж извините меня. Ну, в общем, свяжитесь со мной, если что. Если увидите какую-то интересную машину для меня. В общем, всем спасибо. Меня зовут Такеда. Все, давайте.